Утро. Около 9 часов. На берегу Припяти, в районе Нового моста, многолюдно. Рыбаки в ожидании клева. Экологи опытным взглядом уже замечают некоторые нарушения природоохранного законодательства. Но сегодня настроены не на наказание, а на профилактику и предупреждение. Цель акции, которую инициировало Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, достучаться до людей и объяснить, почему так важно сохранять природу в чистоте. Акция объявлена Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Что мы добиваемся? Это чистота наших берегов родной нашей Припяти, чистота наших водоемов и вообще всех мест отдыха, находящихся в Мозырском районе. Мы объясняем, даем памятки рыбакам-любителям, отдыхающим, как себя вести на природе, не мусорить. Это все собирать в пакеты и вывозить, не оставлять, как вы видели, когда мы проходили с рыбаками и собирали этот бытовой мусор. К этому мы призываем всех мозырян. И сегодня мы занимались профилактической работой, предупреждали, но в дальнейшем будем наказывать за это. Сегодня экологи проходят по берегу с листовками. В них главные правила поведения на природе. Банальные требования, от соблюдения которых зависит и наше настоящее, и будущее. Я как вижу, вы отдыхаете на природе, занимаетесь любительским рыболовством, так? Да. Но надо не забывать о природе, отдыхая на природе, не нарушая природоохранное законодательство. Я надеюсь, что вы знаете, что машину ставить 30 метров от среза воды. Я вижу, вы не нарушаете, все правильно поступаете. Единственное, я вас призываю, чтобы вы и доводили до других рыболовов, что мусорить на месте рыбалки нельзя. Дмитрий приехал на речку рано утром и уже полный садок. Говорит, рыбы в реке хватает, но и мусора на берегу тоже. Правда, рыбаки утверждают, оставляет все это отдыхающая молодежь. Уже невозможно ловить даже. Бум-бум-бум-бум-бум. Все, и поехали. И кинули, что там есть у них. Даже хотя бы пакет собрал, да в кучу. Нет, так и бросают. Оставленный кем-то мусор экологи и рыбаки собрали в пакет. Именно так должен поступить каждый, кто приезжает на природу. Убрать место отдыха до и после себя. За нарушение природоохранного законодательства и оставленный мусор можно получить штраф до 50 базовых. Наказание рублем грозит и за стоянку автотранспорта ближе 30 метров от кромки воды. Акция продлится до 20 августа. В это время экологи будут регулярно выезжать на берега водоемов района и посещать излюбленные места отдыха. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».